Подарец бьет. Рикошет и мяч в воротах. 1-2. Вот то, о чем мы с вами говорили. Подарец. Вот он один из самых активных игроков в составе своей команды. И вот Илья Казаков сыграл, ну, так, как он сыграл. Мы с вами сейчас это наблюдаем. И полагаю, что это автогол. Будет записан как автогол.